знаете ли вы фразу, когда вы лежите на постели и знаете, что вам надо встать, и вы говорите: «Я не могу. Идите без меня». Вы знаете это, да? Или вот вы знаете, что вам надо худеть и сесть на диету. Вы приходите в гастроном, как это сейчас правильно называется, ходите мимо полок. Ну, сначала собрали правильную еду, да? Потом вы вдруг раз и так что-то, ну, просто вдруг, ну, на всякий случай, да? Значит, вот и таких ситуаций миллион, понимаете? Когда вы говорите: «Я все понимаю, но я не могу». Вот «не могу» — это кто? Вот если я все понимаю, а вот кто не может? Я долго работал психотерапевтом, как вы знаете, и у меня, значит, ну, много было пациентов со всякими страхами, всяких действий. Подняться на высоту, я был на всех, на Исаакиевском соборе, на этом все, ходил с пациентами. Метро не может ехать. И говорит: «Я не могу». Я ему говорю: «Не можешь вырастить третью ногу. Остальное боишься, да? Не хочешь, да? Не так тебе надо», и так далее, и так далее, и так далее. Но вот третью ногу вы вырастить не можете. Да? А все остальное ваше сознание просто не способно воздействовать на ваш мозг. Потому что в вашем мозге есть целое политбюро. Там сидит в подкорковых конструкциях политбюро.